знаю, что она для вас значит. Я видел, я... Стойте, подождите! Разговор окончен. Маршал! Маршал, мы можем поговорить еще хоть одну секунду! Вы спасли ее. Вырастили ее. Но сейчас вы ее не защищаете. Вы подавляете ее талант. Первое. Не смейте прикасаться ко мне. И второе. Не смейте прикасаться ко мне. Так вот, вы понятия не имеете, что я за человек, и через что я прошел, и я не намерен изливать перед вами душу. Я хочу, чтобы вы, как и все на этом объекте, выполняли приказы и всегда стояли до последнего. Я не нуждаюсь ни в вашей жалости, ни в восхищении. Мне нужны от вас лишь подчинение и навыки в бою. Если я требую слишком многого, возвращайтесь на стену, на которую я вас подобрал. Вам все ясно? Да, сэр. Отлично. Извини, я должен был предупредить тебя. С первым дрифтом всегда так. Но ты ведь увидела не только мои воспоминания, но и моего брата тоже. Когда Йенси погиб, мы были в связке. Я чувствовал его страх, его боль, его отчаяние, и вдруг его не стало. Я чувствовала это. Когда кто-то так долго живет в твоей голове, труднее всего смириться с тишиной. Чтобы впустить кого-то нового, создать прочную связь, нужно доверять ему. Наш дрифт сегодня был особенным. Его сердце. Когда ты видел его в последний раз? Уже очень давно. Движение в разломе. Двойное явление. Индикатор по шкале, категория 4. Извините. Разлом активировался в 23.00. Две сигнатуры 4-й категории. Кодовые имена Атачи и Громила. Достигнут Гонконга в течение часа. Эвакуировать город. Перекрыть мосты. Всех гражданских отправить в убежище немедленно. Багровый тайфун и Черный Альфа. Обороняйте вход в бухту. От города не отдаляйтесь. Страйкер, выдержите дистанцию и следите за побережьем. Нам нельзя вас терять. Не ввязывайтесь в бой. Без крайней необходимости. Так точно. Вы двое. Останетесь здесь. Поехали! Во все оружие. К выполнению задания готов. Маршал, ждем ваших указаний. Держите оборону города. Вступайте в бой по необходимости. Рейнджеры, будьте начеку. С такими громадными кайдзю мы еще не сталкивались. Черный Альфа над точкой сброса. Отцепляйте тросы.